Всем привет! Хочу показать вам сегодня, значит, грибы рядовка тополевая. Растет преимущественно в осинах. Вот здесь осина, ну и, скажем, даже смешанный лес, но преобладают осины. Вот я хожу буквально 15 минут где-то. Вот грибы, которые я нарвала, рядовка. Ведро уже у меня готовое. Вот такие грибы. Очень вкусные, очень вкусные. Сейчас я вам покажу. Ее в этом году не так много. То ли она только пошла. Вот осина. Вот смотрите, какая прелесть. Ее в этом году мало. То есть то ли она только пошла, то ли она вообще такая и будет. Раньше ее, смотрите, какой гриф обалденный. Раньше, то есть вот так они редком прям шли. Сейчас ты сходишь один, рядом найдешь и еще. Вот, это прям счастье уже привалило. Вот, тут два сросшихся. Дальше идем. Я смотрю. Вот. Вот, смотрите, какие толстые. Обалденно. Еще ее в этом году мало, наверное, потому, что дожди. У нас лето было вообще 3 месяца. Дождя не было, только в конце августа дождь пошел. И то не скажу, что он прям сильный. Но потом еще немножко в сентябре были дожди. Не особо большие, но были. Поэтому видно то, что земля сухая. И грибов как бы мало. Вообще грибов мало в других районах нашего района. Где хотя бы раза два за лето пошли ливни. Там, говорят, белых вообще полно. Вот, но это очень далеко. Плюс еще не знаем этот лес. Вот, еще я нашла по этому кругу. Так, иду дальше. Иду дальше. Вот он. Вот он. Они прямо только-только-только пошли. Вообще очень вкусные. Вот они, смотрите, какие. Когда они молоденькие. Смотрите, какие они толстушки. Вообще толстушки. Пластины. Пластины белые, светлые. Очень приятный запах у них. Вот они светло такие розовые, но когда стареют, и если вот они, видите, то, что закрыты, а так они чуть потемнее становятся. Рядовка тополевая. Вот в соснах и в осинах растут какие-то похожие, но они коричневые рядовки, они им даже пахнут. Вот смотрю, больше я здесь как бы на этом месте не нахожу. Вот. Я здесь больше их не вижу. Не вижу. И еще там, где елки, около елок, они прям такие толстые. Вообще очень толстые, очень хорошие. И найти их можно. Вот идете, я сначала приехала, шла-шла, но нет их и все. Потом уперлась в один бугорок, то есть все вот закрыто. Вы видели, как я их выкапывала. Вот. В один бугорок уперлась, нашла и все. Сначала вообще мало попадались. Но спустилась здесь склон у меня. Склон вот там. Наверху вообще ничего нет. То есть там, где более посырее, даже не более сыро, здесь сухо. Там они вот и начали. И вот буквально минут за 15 вот таким образом, видите, вот на одном месте. И это мало. На одном месте раньше, когда они идут, то есть когда их много, когда их урожай, то можно прям на одном месте пол ведра нарвать. Думала, все, но рядом вот продолжение следует. Вот я была здесь, рядом под елкой. Продолжение следует. Вот они. Такие толстушки, вообще обалдеть. Вот малюсенький лезет. Вообще классно. Вот они. Дубовка. Так, ну здесь, наверное, уже нет. Продолжение следует. 3. Это маловато будет. Пойдем искать дальше. Дальше что-то я рядом не вижу. Бугорков. Бугорков. Да, вот так их в этом году маловато будет. То есть должны быть они прям дорожкой. Вот вообще идти должны дорожкой. Или дорожкой, или они прям вокруг. Вокруг ствола. Вокруг ствола прям вот кругом бывает. Вот это я нашла. Но...
Один, два. Вот нет их в этом году, допустим. Может, только начало. Но я глубоко сомневаюсь, что это начало. Я думаю, что их так не будет в этом году, как раньше. Так, время не потерять. Иду, вот иду, 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 иду. Смотрю бугорки. И вот уже вот вижу, смотрите. Вообще красивая. Вот она. Так, рядом вот тут бугорок. Вот он. Бугорок. А рядом, посмотрите, какие. Это просто сказка. Вот. Вот в осиновом. В осиновом лесу. Причем осинник, вот смотрите, не старый. Не старый осинник. Попался вот эта осинника. Обалденная. Смотрите. Вот. Почему их называют рядовки? Потому что растут рядами. Вот смотрите. Идет рядок. И это маленький рядок. Это рядок, который раньше были такие редкие. Я говорю, на одном месте можно было пол ведра смело нарвать, а то и больше. Вот они. Смотрите, какая прелесть. Я просто вообще. Растут они более вот песчаные, где место. Видите, их прямо с песка достают. Вот песок. Вот он. Вот я. Вот он. Смотрите, как он. О! Класс! А он там маленький. Видно тут. Вот он. То есть так ряд продолжается. Вот этот рядочек. Вот этот рядочек попался классно. Просто супер классный. Сейчас у меня будет пакет полный еще. Ведро у меня полное. Теперь сейчас будет пакет еще полный. Идет в машину относить и снова приходить. А в машину относить мне подниматься вон туда высоко. Ну, пакет. Вот она семейка. Вот она семейка. И я смотрю, вот я терять их начала. Начала терять грибы. Так, я смотрю вот здесь еще дальше. Вот он. Вот он. Так. Далее смотрю вот здесь. Там их было видно много. Еще один вижу. Один, даже два молодых. Три. Вот они, смотрите, какие. Вот. Ой, а вон. А вот что. Нет, здесь тут куча, под этой кучей вон два. Два. Гляньте, какие мощные. Вот они. Мощные. Вот под этими, они их не знаю. Видно, они были там молоденькие. Ой, а вот гриб-дождевик. Дождевик, вот он. Я сегодня их несколько взяла. Они очень вкусные. Вот этот не знаю еще, как он. Вот. Они очень вкусные, их не надо отваривать, прям просто на сковородку и жарить. Я вот нахожу их и думаю, есть гриб-зонтик, а есть гриб-дождевик. Смешно вот немножко. Итак, приступаем. Обалдеть. Вот они, красавцы. Когда они молодые, они вот такие толстые. Кажется, они прям белым даже не уступят. Смотрите, какая прелесть. Вот до этого дойдет. До этого дойдет. Я думаю, под этим кучей я, наверное, тоже ничего найду. Вот. А это что? А, это как вот они кучи. Кучи валялись, но тут еще. Еще живой. Гриб. Вот кучечка. Даже по этой куче хожу, и может быть. Может быть, где-то что-то уже так. Ой, вот они лезут. А, вот они лезут. Вот еще это на следующий раз кому-то.
получается, что прямо здесь было много. Вот тут деревья. Ой, мое ведро там стоит далеко-далеко. И я тут роюсь. Вот он, дорожки. Вот он. Смотрите, они только-только пошли. И хочу сказать, что раньше я сюда приезжала, в это же место. Они там были, начиная сверху. А в этот раз, вот, то есть вот склон вон туда. А вот нужно спуститься. Их как-то здесь нет. И на одной стороне они есть, а на другой стороне их как-то нет. Вот тут вот вот эта куча что? Ничего. Ничего. Здесь... А вот они еще под этой кучей. Ой, как здесь хорошо видно рыли. Они им, видно, кучи вот эти покрыли и создали влагу. И создали влагу. И грибницы прям вообще. Гляньте. Гляньте, какая прелесть. Наверное. Вот один возьму, а этот оставлю. Эти оставлю. Ой, обалдеть. Веселая маленькая семейка. Гляньте, что есть. Веселая маленькая семейка. Я думаю, что вам, наверное, не особо удобно смотреть, то, что я трясусь. И простите. Вот они, семейка. Маленький закопаем. Обалдеть, какой маленький. Так. Смотрим здесь еще. Вот как они рыли, накидали, еще даже не засох. Видно, не очень давно были. Ой, я вон еще вижу. Вот они. Такие и должны быть эти грибы под этой кучкой. Нет, 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 нет. Под этой нет и под этой нет. Вот такие они должны быть цепальки. То есть вот кучки вокруг все. Вот так они и должны расти. То есть рядом должно быть много, что можно набрать пол ведра, а можно ведро. Отлично. У нас вот они. Вот листья я хожу на одном пока месте. Вот они. Один одного краша. Вообще обалденно. А вот. Это я все на том же месте топчусь. Все топчусь на том. И вот еще. Смотрите, вот еще. Обалденно. Вот такие я еще не садила. Я имею в виду малюсенькие. Вообще такие еще не солил. То есть они только-только начинают идти. Хотя люди уже до этого начали рвать. Ну, может быть, они были вчера-позавчера. Потому что грибы, вон, которые валяются, они еще не так высохли. Поэтому я делаю такой вывод. Вот я еще нашла маленьких. Поэтому делаю такой вывод, что они только-только пошли. Сегодня у нас 5-е. Вот. Это они их сбили. Сегодня у нас 5 октября. То есть они идут всегда осенью. И я до этого приезжала. Сюда. Была листва. И их вот не было. Листва была, я имею в виду, что листва была на деревьях. И я приезжала раза два, думала, что они вообще здесь не будут. Вот, была листва на деревьях. Оказывается, все-таки их надо искать, когда, видно, прикрывается листвой. Когда почва закрывается полностью листвой. Вот, на деревьях ничего нет, только на березах. То есть с осины упали листья, и тогда, дорогие мои друзья, отправляйтесь в лес в осинник. Ой, а вот что я вижу. Ой, какой. Что я вижу. И это я топчу все на одном месте. Вот. Сейчас я к этим вот еще. То есть начала говорить и их увидела, забыла. Значит, когда опадает на осине листва, смело отправляйтесь в лес и ищите эти грибы. Называются они рядовка тополевая.
А что у нас здесь под этими кучами? Это, наверное, у нас грибы. Нет, это просто кто-то здесь тоже его копали. И вон там все искупано. Просто все изрыли. Просто все изрыли. Я потопчусь на одном месте, пришла к своим сумкам. Вернее, ведру и пакету. Топчусь на одном месте. И вот, о, вот еще. Вот он, красавец, стоит. Вот он. Вот он. Обалдеть, как я сегодня удачно попала. Это я еще не ходила. Там вот у нас другой лес. Там очень много старых наваленных деревьев. Старых наваленных. То есть через них прыгать надо. Вот там тоже осина. Это горелый лес. И, значит, деревья повалены. Ну, как у нас сейчас в нашем современном мире никому ничего не надо, поэтому через лес не перепрыгнешь там везде в лесу. Вот. И там также, и там также их много. Мне кажется, их там даже больше, чем здесь. Вот здесь куча нарыли, но что-то мне в них копаться не хочется. Поэтому я пойду собирать то, что я нашла. То, что я нашла, то я и пойду обрезать и собирать. А вот встретились вешенки. Молодые, я надеюсь. Красота обыкновенная. Обалдеть. Красивые. Молодые. Как их только срезать? Еще вопрос. Вот так. Вот. Вот они. Абсолютно молодые, чистые вешенки. То есть они только-только начинают. Конечно, маловато. Итак, друзья мои, итог моей тихой охоты на топольков. На топольков вот таков. Вот здесь вот ведро. Я, значит, вывалила. Вот они такие вот меленькие. Вот. Здесь, я не знаю, есть, наверное, больше ведра, потому что я несла в пакете. Было тяжело по сравнению с ведром. Вот, то есть ящик не маленький. И еще одно ведро. Ну, ведра прям 3,5 минимум. Вот топольки. Вот такие вот классные грибы. Они очень вкусные. Говорят, что в тополях они горчат. А здесь они не горчат. В осинах я уже их собираю не первый год. Они очень вкусные. Они похожи на рядовки, которые называют курятниками иногда. Вот, которые зеленые и серые. Вот они вкус похожи на них. Но они тоже рядовки. Очень вкусные. Всем советую. Рядовка желтая. В соснах. В сосновом лесу. Бару. Посмотрите, какая большая. Вот такая обалденная. Очень вкусная. Один из самых вкусных грибов. Перед тем, как мыть грибы, рядовку тополевую, ее обязательно надо замочить. Потому что она растет под листвой, то есть верхний слой вы видели накрыт, то есть листвой все грибы закрыты. И плюс еще в основном в песчаных местах, то есть там, где песок и вот осины. Смотрите, какие грибы твердые. Вообще, вот я попала, то что молоденькие. Получились, попались. Даже вот, вот какие мощные. То есть вы ее замочите, вот замачиваете. Ну, замачивать, вот у меня, наверное, стоят больше часа. Просто время позднее, мне уже надо мыть. А так бы им еще помокнуть. Вот, и, ну, часа
2-3, прям минимум пусть постоят у вас. И после, значит, того, как вы помоете, вот они моются, посмотрите, какие они становятся. Красивые, белые, светлые становятся гриб. Вот они какие. Вот они какие становятся красивые. Вот рядовка, видите, она это вот постарше, у нее уже цвет такой. Вот она вылазит из-под листвы, когда и вот так немножко коричневеет. Под листвой молоденькие они вот, но немножко розоватые, смываешь, они уже побелее становятся. Вот такая она снизу белая, чистая. И они когда солятся, тоже вот такие розоватые сверх становятся, а снутри они все равно белые. Очень вкусные грибы, значит, рядовка тополевая. Они и в тополях тоже растут, вот, но в тополях она, говорят, немножко горчит. Я сама никогда там не рвала, поэтому не знаю, горчат или нет. Некоторые говорят, что ничего не горчат, вкусные, вот, поэтому я не могу точно утверждать, горчит там или не горчит. Вот такие вот классные грибочки. Это рядовка, что курятники, вот которые рядовка серые и зеленые. И эти тоже, видите, ножка толстая. Вот когда год дождливый, то их прям вот полно. На одном месте можно набрать ведро. И после того, как я помою, значит, два раза я их отвариваю, минут по 10, по 15. То есть закипели, на маленький огонь поставили, и минут на 10, на 15. Потом уже еще раз, то есть слили, промыли, снова залили водой, минут на 10-15 опять поставили их вариться. Вот, и после, значит, заливаем маринадом. Ну, как я обычно водой залила, то есть и рассчитываем, сколько там литров надо. Грибы, когда варю, то обязательно закрываю, то есть варю, в смысле, заливаю маринадом. Вот, закрываю их полностью, чтобы не так прям вообще, как бы чуть залили и все, столько маринад. Нет, старайтесь, что они у вас маринад, то есть на какое-то расстояние, на сколько-то было больше воды. Лучше вы его потом сольете, чтобы эти грибы были полностью в маринаде. Вот, и варю я, когда я уксус сразу добавляю. То есть они варятся, соль, сахар, уксус, лавровый лист, душистый перец. Вот. И, значит, в маринаде они кипят минут, наверное, 10. Тоже он на маленьком огне. И потом, когда я разливаю, то есть на маленьком огне они, разливаю в банки. Вот. Но они у меня стоят все равно на самом маленьком огне, пока я разливаю, закатываю банки, пока я их все не разолью. После того, как помыли, и после того, как два раза я проварила, то есть 10-15 минут каждая варка следующая. Вот, я, значит, теперь на 1 литр воды добавляем, кладем, вернее, 4 чайные ложки соли с небольшой горкой и 2 ложки сахара без горки. И ставим варить. Плюс, значит, уксуса 2 чайные ложки на литр воды. Здесь вот у меня, значит, 3 литра воды. Заливаем так, чтобы они у нас свободно плавали. Вот видите, они свободно плавали. То есть в этом маринаде, чтобы они плавали свободно. И сейчас я их здесь, вот они, видите, такие прям крепкие, целенькие, такие грибочки получаются. Вот. И, значит, здесь я сейчас, они закипят, я поставлю на маленький огонь, но чтобы они кипели. Далее забыла сказать, что я еще добавила, смотрю на лавровый лист. Значит, лавровый лист из расчета на 1 литр штучки 3-4. И, значит, перец душистый горошком тоже из расчета 4-5 на 1 литр.
И плюс вот у меня здесь 3 литра, я бросила штучки 4 гвоздички. И варим. Сейчас закипят минут также 10-15, они покипят. Вот. И потом разливать по банкам, по стерилизованным банкам. И закатывать крышкой. И после накрываем под шубу и до остывания. Все. Вот такие, вот такие топольки. Рядовка тополевая. Они остаются вот такими светленькими в банке. Вот такими красивыми они и остаются. То есть есть грибы, варишь, они там темнеют. А эти вот вы видите.